Итак, сегодня день рождения у Марии. Она собирает всех гостей, друзей на фабрике Алафузова. Кто бы мог подумать, я год назад думал тоже там провести свой день рождения. Фабрика Алафузова, для заметки, это старая заброшенная текстильная фабрика, из которой сделали такое некое арт-пространство. То есть там и тусовки, вечером выходные, клуб, музыка. А днем там проходят и спектакли всякие, и выставки картин. Музыкальная группа выступает. Ну, я вам все покажу, видите своими глазами. Погнали! Праздник труда на Казанском льнокомбинате имени Ленина проводится два раза в год. Этот посвящен... Марина, день рождения? Да. Такое необычное место — фабрика Алафузова. Здесь в выходные по вечерам бывает тусовка. То есть здесь используется это пространство как open-air танцпол. Здесь бывает... Бои, да, без правил. Тоже как-нибудь покажу вам, засниму. Здесь сцена, музыкальные группы выступают, а иногда театральные постановки. А можете попросить сфотографировать? Конечно. На эту штуку лучше, конечно, получается. На эту штуку лучше получается? А потом как я буду ждать тебя в фотографии? Ну да. Когда я первый раз здесь был, здесь казалось прям очень-очень жутко. Я попал на какую-то тусовку, было ночью. И где-то только полчаса я привыкал к обстановке вот этой всей. Здесь ночью все моргает, мигает, всегда музыка, непонятные люди. А сейчас я поднимусь на крышу, покажу вам фабрику Алафузова с высоты и вид на Казань. Какое интересное здание с колоннами. Немного офф-топа. Я уже третий день как ношу брекеты, зубы тянет во все стороны. Я не могу до конца закрыть челюсть. Перешел на... практически жидкое питание, ем йогурты, фрутоняню. Я сбросил уже целый килограмм. Но я думаю, я справлюсь. Не такое проходили. Итак, я поднялся на самый верх, на крышу фабрики Алафузова. И здесь открывается вид на ту сторону Казанки. Можно увидеть Кулшари, Кремль, Сюмбике, символ Казани. Уже идет нехилый такой дождик. Пойду побегу обратно на тусовку, поснимаю там. Бэкстейдж. Это чтобы быть уместным, если ты должен себе как-то открыть. Да, если ты рождаешься, сказать что-нибудь друзьям, и как я рад, что вы все пришли. Здравствуйте. Кстати, здравствуй, Джей, мы будем с вами готовить сегодня фруктовый салат. По-де-ка-де. Машуля, дорогая, поздравляю тебя с днем рождения. Свети, люби, украшай собой. Просто божественно. Мы тебя поздравим с днем рождения, потому что мы тебя любим, потому что мы тебе желаем всего самого лучшего в этой жизни, потому что смотреть на тебя одно удовольствие.